самолет начинает, ребят. Thank you.
А у них не хватает человек? Регламент. Ждем 10 минут, если нет игроков. Да, Рома определил. Но они подошли, кроме Рома так. Что это за бред? Правила же для всех одинаковые. По регламенту, если не хватает игроков. Я знаю. А что это такое? Я знаю. Слышишь, Рома, прикинь. Есть количество игроков, мы начинаем. Забил. А, не забили. 21-е. Для таких команд, как вы еще, по миллионам. По фолам Реал ведет 4-2, Виталий. Соперников задал бы вопрос. Что это такое? Хорошо, а если бы было 3 игры и на 15 минут, кто платил бы за аренду?
Что там, нет состава? Такой оборот. Состав, да. Завтра Киев, Ювентус, впервые будет женщина в Лиге Чемпионов. Да? Оля? Оля? Француженка.
все, сюда место, там, на центр, ребят. Thank you.
бедро. Давайте водичку убираем, начинаем. Молодец, поехали. Убирайте водичку. Эти перед матчем рассуждали всерьез о шансах выйти в группу. Захлеб студия. А все нет. Шансы выйти из группы есть. Не, ну по таблице было видно. По таблице, да. Мужчина выезд с Атлетика. С Зальцбургом на выезде. Тоже матч. Ну, блин. Там просто автобусы все, блин. Просто. Трехэтажный, блин. А как по-другому? Это же не игра, это чисто выигрывать надо. Да нет, как-то не было времени. На встрече были, то есть очень. Я Бамбу сказал, он будет. Мне сейчас показалось, что у меня щит. Команда, когда в окопы, так звучит. Боже. Мне в летнем чемпионате пришло вот сюда. Мне, короче, душка, смотри, видишь, что она, короче, осталась. Там уже сделала. Она душка так принялась, еле захол обратно. Так она на прошлом году. Короче, на улице выпали. Очки на поле упали. Игроки мне подавали. Свою, свою, свою. Yeah.
А что ж там речь была за этого части клиники чемпионата старта «Фитфокус», такой девятый тур. На первой площадке сыграет свой матч команда «Коммунальная» и команда «Сентербанк». На второй площадке пройдет матч между командами «СССР-160» и команда «Мексика». И на третьей площадке сразится команда «Лаборатория Касперского» и команда «Зетта страхования». Также, уважаемые представители и капитаны команды, убедительная просьба подойти к шатру организаторов для заполнения заявки на матч.
Уважаемые представители элитарных команд «Рубья» и «Сантербан», команда «Пепсика», команда «Лаборатория Касперского», команда «Сесу-160» и команда «Сэк-застрахование», увиденная просьба подойти в шаттл организатору для заполнения занятого матча. Продолжение следует...